Всех приветствую, мои родные и любимые, сердцу дорогие, мои зрители, подписчики, христолюбцы, братцы и сестры во Христе, все люди на земле. Всем желаю блага всякого, счастья, добра, мира, любви, долготерпения в сердца, в дома, в жизни, в души ваши, чтобы вы были счастливы и блаженны. Ну что, отвечаю на очередной вопрос из комментария. А звучит он следующим образом. Задала его Лариса. Такой вопрос. Очень интересно узнать твое откровение о самоубийстве, аборте, все, что называют смертным грехом. Я, кстати, пользуюсь этим случаем в этом ролике. Все-таки скажу, что будьте любезны, пожалуйста, все, и ты, Ларис, в том числе, конкретизировать вопросы. Чем будет более абстрактный вопрос, тем будет более абстрактный ответ. Потому что, конечно, ну как можно брать за основу какой-то вопрос и разглагольствовать? Ну что-то у меня в последнее время, знаете, раньше у меня ролики были часовые, а сейчас даже мы по Ветхому Завету идем, редкий ролик какой-то до часа дотягивает. Хотя, мне кажется, я достаточно много говорю. Может, я скорость речи чуть-чуть увеличил? Да нет, вроде так же как-то говорю. Вот, так что... Ну, вопрос, вот хочешь узнать, какие, все, что называют смертным грехом? У меня, если честно, нет желания ковыряться и узнавать, как, кто это все и все, что, кто, во-первых, все, кто все, это же кто-то все. Может, у православных один перечень смертных грехов, у католиков другой, у протестантов третьих, и у каждой масти протестанта еще другой, другой. Сегодня ветряка лютый, надеюсь, вам все слышно. Микрофончик немного буду закрывать, чтобы не так сильно в него дуло. Вот. Так что, пожалуйста, я попрошу вас всех, кто обращается ко мне с какими-то вопросами, более хотите конкретный вопрос, конкретизируйте. Лучше разбейте, может быть, ну или сделайте большой, а я уж там сам решу, сразу целиком ответить постепенно или еще как-то, да? Вот. Поэтому в данном ролике я отвечу на два, а что я думаю о двух смертных грехах, в частности самоубийстве и аборте, не знаю по чьей интерпретации, какой религии, какой секты, вот, и в общем об отношении к так называемым смертным грехам, вот им не важно, кто в них что там вкладывает, это уже даже не суть важно, я отвечу общим валом, вот. Ну давайте поговорим, самоубийство первое. Это проще простого. Ну, Лариса сказала, мое откровение. Ну, можно так. Знаете, конечно, всякие религиозники, они с ума сходят от такого общения, когда слышат, как мы свободные во Христе общаемся, у нас есть откровение, мы спокойно выражаем свои мысли. Вот. У них, конечно, наверное, все внутри, это шарики за ролики закатываются, все дымится. Вот. Ну, эти откровения, это простые мои мысли. Мои мысли основаны на моем познании истины. Вот. Через личное откровение, через откровение, через Евангелие, через всю Библию, через какие-то прочие источники. И, естественно, все-таки это через ту истину, которую я считаю себя познавшим. Это любовь, это бессмертие и свободу человека и всего это присуще человеку, потому что он есть образ и подобие самого Бога, который именно и есть это. Бог не просто обладает этими качествами, это и есть Бог. Он и личность, он и природа. И это природа, любовь, свобода и бессмертие. Вот. И глядя через эту призму бесконечности жизни или жизни человеческой, как хотите, ну жизни души одной, а жизни его во всяких разных ипостасях телесных на этой земле, на будущих измерениях, через призму свободы выбора человека, который Бог никогда не нарушает, это тот камень, который Бог создал и не может поднять по древней философии. И самое важное, любви Бога к человеку, бытия Божьего, любви всех нас к этому человеку. Вот. То ответ на вопрос самоубийства человека, самоубийство, когда он сам себя убил один, какое мое отношение или откровение вообще? Сказать как? Мягко или грубо? Да пофиг. Вот. Ну не пофиг на самом деле. Не пофиг в каком смысле?
Если вы знаете мое понятие греха, я могу его озвучить еще раз. Это боль сознательная, сознательная причем, именно добровольно избранная боль, страдание, несчастье, обиды, злоба, причиненная мирозданию, частью которого даже главенствующий, такой, скажем, центровой часть, которой является, конечно, человек. Но это и природа, и животный, растительный мир. И я говорю, прежде всего, конечно же, человек. Вот. И причем, я вам говорил, это не значит, что ты просто, не удовлетворив похоти все ближнего, причинил ему скорбь и страдания, и ты согрешил. Нет, конечно. Если он говорит, засунь голову в костер, чтобы я посмеялся, и ты этого не делаешь, это не говорит, что ты не оказал любовь человеку. Я надеюсь, это вы понимаете. Я все время, правда, все равно приходится это комментировать. Это действительно нужды, это не помощь в бедах человека, в крайних нуждах человека. Ну и порой, да, жадность на добро, на простое добро, которое приносит радость, казалось бы, может быть, лишнюю человеку. Но мы друг друга радуем, доставляем им счастье. Это тоже грех, да, можно так назвать. Вот что такое грех. И поэтому человек, который сам себе убил. Вот миллионы самоубийц, а может, миллиарды уже было за всю историю человечества. Вот я сказал, мне пофиг, а я почему так сказал? А потому что, что они мне реально сделали? Вот Господь, как я всем говорю, поставьте себя на место, Бог тебя поставит судьей, хорошо. Помните, как Петр будет стоять во дверях царства, и там ортодоксальная секта целую теорию придумала, что Петр будет там судить всех и налево-направо отправлять. Это же бред. Ну Петру какое дело до всех грешников-то? Ну, кто его там обижал, а их там обижали уж явно апостолы, те же самые свои же эти братья-евреи, вот его обиды, его скорби будут, конечно, не пускать этих людей в царство рая, потому что они сами не являются в этой брачной одежде, не являются внутри этой природы любви и добра. Им и там делать-то нечего, там нет таких, как они, там другие люди. А мне-то что до них? Меня Господь скажет, вот этого самоубийцу в ад посылать или в рай? Я скажу, конечно, в рай. Мне что, жалко, что ли? Я его в ад почему пошлю-то? Кого он обидел? Я скажу, Господи, а тебе он что-нибудь плохое сделал? Господь скажет, да нет. Ну, расстался с этой физической оболочкой. Ну и что? Он скажет, а тебе? Я скажу, Господи, нет, тоже ничего. Что мне до него? Да пусть радуется в раю, если хочешь. Куда хочешь, пусть туда идет. В раю хочет налево, хочет направо. Куда хочет, пусть идет. Он свободен. Лишь бы счастлив был. Он там был несчастлив, почему-то сделал это событие. Это совершил с собой, закончил жизнь по какой-то, причем не без причины. Самоубийцы-то расстаются этой земной жизни. Обычно это страдания, несчастье им вот именно такими же зачастую причиненными. Всему окружающему миру, вот им на них пофиг, и никакого участия они в их страданиях, скорбях не принимали, и эти люди понимают, а зачем, что мне тут делать? Это, кстати, так. Наверное, 95% таких людей, это которым причинили что-то, грубо говоря, даже в долги загнали, какие-нибудь кредиты там те же самые, какие-нибудь эти конторы, а другим до них никакого дела нет, у человека ничего не остается, как что, закончить свою жизнь. Вот. Да я даже вникать не хочу. Мне до них какое дело? Человек пусть сам решает свою жизнь. Более того, что я, говорю, познавший истину, знаю, что она не культовые религиозные догмы, а истина, которая в любви, бессмертии и свободе человека. Потому что такой природа облагает именно сам Бог. Мы с вами все этому научены через откровение, которое Бог явил нам даже во плоти и все своими устами собственными говорил. Что еще мне сказать? Что еще прибавить сюда? Я говорю, кто из вас наберется наглости, встанет во дверях рая и вместо Бога будет людей по бумажке судить? По бумажке. Ему дадут бумажку православную. Скажешь, тут написано самоубийство в ад. Отправляй на гильотину. Ты же любовь исповедовал. Ты же православный христианин. Ты же католик. Ты же протестант. Ты же любовь Божью познал и проповедовал. В ад отсылай его. Ты же видишь, написано, мы тебе написали. Правда, Иисус нигде об этом не говорил, что все самоубийцы в аду будут. Но они вот так придумали. Это ихний там рай будет где-то. Они пусть кого хотят, там и посылают из своего рая. Я из ихнего рая сбежал бы сам бы в Божий ад, наверное. Наверное, Божий ад по сравнению с раем религиозников
просто Майами по сравнению с Сибирью. Потому что сколько я слышал, сколько изучал, сколько сам вляпывался, то с теми, с кем я общался, то поверьте, мне лучше Божий ад, какой я даже сам себе рисую, там читаю Писание в своем личном уме, имея откровение, чем вот этот религиозный рай. Лучше Божий ад. А вот с такими, кто вот это все исповедует, мне не надо такого рая. Я говорю, лучше где-нибудь... Даже на самых задворках Божьего ада, я уверен, что даже если Иисус и пошлет меня в ад, я говорю, то он намного будет лучше, и мне там будет намного лучше, для меня это будет намного полезнее. Знаете, как колония, она же называется не тюрьмой, а исправительной колонией. Вот для меня, действительно, если Иисус меня пошлет куда-то, Бог, любовь пришедшая, воплоти, я знаю, что для меня это будет действительно полезно. А вот куда меня религиозники пошлют, даже если они меня себя в рай позовут, мне там будет не полезно, не комфортно и не радостно. Вот так вот. Так что по поводу самоубийств, это не говорит о том, что я проповедую самоубийство. Вот. А опять же, есть буддисты, которые сжигают себя, достигнув просветления. Вот что я ему сделаю? Скажите мне, пожалуйста, человек достиг просветления. Живет там уж 40 лет уже в пещере один. До него никакого дела никому нет, ему никакого дела нет ни до кого, у него ни родственников, ничего нету, даже кошки нету, может, которого его бы оплакивало. И он сжигает себя во славу Божью. Вот что мне до него? Я его как могу даже не его осудить, а даже его поступок. Это его личный выбор, тем более осознанный. И они, кстати, это проповедуют, да? То есть высота буддиста – это монах, сжегший себя, познав истину, достигнув просветления. Кто его будет судить? Я да никогда в жизни. Я, как всегда, вам дав определение греха, которое вы сами все знаете в сердце своем, через приз его рассмотрю просто другую сторону. Что, конечно же, если это... Ребенок, неважно, от 10 лет и до, не знаю, до 50 возьмем ребенок. Он для своих родителей всегда ребенок, хоть у меня нет детей, как видите, я эти вещи понимаю. Для своих родителей они всегда дети. И он, человек покончит жизнь, конечно, это принесет боль, страдания его ближним. Родителям, детям, если у него уже есть там в 20, в 30, в 50, в 60, в 70. Женам, мужьям, братьям, сестрам. Однокурсникам, однокашникам, одногруппникам, однополчанинам, односоработникам и прочим людям. Соседи, может быть, еще. Просто принесет боль и страдания. Кому-то сильные, кому-то меньшей степени. Принесет, принесет. Вот это грех, да? Но опять же, где были эти родственники? Друзья, знакомые, мужья, жены? Где они были-то? И человек, очевидно, было плохо. Это же не происходит, знаете, вот так, бац, и человек. У кого были такие случаи в окружении, и мне делились люди, рассказывали. У меня у самого нету из близких таких, прям совсем из близких, чтобы я мог узнать от их рода, как-то они мне рассказывали, как они с этим человеком общались. То есть я какие-то далекие случаи знаю. Вот. А вот у вас, может быть, но единственное, мне рассказывали некоторые, так скажем, получается, через второе или как это назвать, третье общение, да, что это как бы близкий родственник или там чуть ли нет, и что вот, как бы говорится, я говорю, ну вот а ты понимаешь, что вот где вы, она говорит, я сама в шоке, она говорит, а почему ты в шоке? И человек не мог это сделать ни спонтанно, не оставив потом ни записки зачастую, ничего. Для всех просто как шок и гадание на кофейной гуще, почему он это сделал. А получается, вы прожили столько лет, бок о бок, муж, жена, родители, дети, вы как родственники, там, братья, сестры, племянники, и вы ничего не знали. Вы не знали, значит, ни жизнь этого человека, ни хорошая, ни плохая в его жизни. И он с вами ничем не делился, потому что боялся непонимания, поругания, отношения, прочих вещей. Я так когда общался и видел это все, и видел правоту своих мыслей, так и есть. И мы только после думаем, ой, да надо было все сделать для него там. А что ж сразу-то? А мы вот так и относимся к живым, а потом по мертвым плачем. А кто у нас любовь проповедует? А кто ее делает? Никто. Ни того, ни другого. Вот так вот.
Так что по самоубийству тут вообще все проще. Личностного греха я не проповедую, самоубийство, но это дело лично каждого. Просто кто-то, кто делает, это, я говорю, если монах, который, у которого уже не родители давно сохранил, или ушел от них в 20 лет и до 60 в пустыне прожил, или где они там живут, в Тибете, вот. У него никого нет, никому от него ничего не надо, ни он никому ничего не должен. Пожалуйста, это его личный выбор, тут вообще все проще. Есть там родственники, все это надо как-то думать. Вот. Потому что ты закончишь эту жизнь, перейдешь в другую. Но это опять, это мы сейчас так рассуждаем, а человек, может, так не рассуждает. Вот так вот. Так что по поводу самоубийства. По поводу аборта. Тоже интересный вопрос. Точно такой же. Можно было бы в отдельный ролик. Давайте уж пока вместе. Раз уж вопрос есть такой. Тоже у меня целая... кучка, два мешочка, и за, и против. Что в Новом Завете? Это религиозники придумали, что это грех. А где в Новом Завете Иисус перечислял это как грех? Давайте Ветхий Завет возьмем, что часто можно наковырять. Более того, в Ветхом Завете, я вам скажу, есть соблазнительный момент, вот как бы в нехорошую сторону. Ну, смотря для кого хорошую, кого не в хорошую даже. У всех свое хорошо и плохо. Там есть момент, мы с вами будем читать скоро это все на Христолюбе, сейчас читаем. И я всегда поражался этому моменту. Там сказано, что если мужчина ударил беременную женщину, и у нее случился выкидыш, то пусть отдаст отцу, я сейчас переведу так формально на наш язык современности, на мою, в частности, русскоязычность, Россию, в которой, вернее, живу, 100 рублей. Ну пусть там перевести, там пусть 5 тысяч. Не миллион, понимаете? А ведь это убийство получается тогда. Что за убийство? Причем невинного младенца 5 тысяч. Да там цена какая-то. Это я уж 5 тысяч говорю. Там чуть ли не копейки вообще какие-то. Вы знаете, я... Ну, вы знаете, как я к Ветхому за это отношусь. Но я был в шоке все равно. Хотя вот именно призму Ветхого Завета, это, может, и нормально. И причем, вы знаете, как я отношусь, и кто это дал, эти повеления. Вот. В Писании мы вообще ничего не найдем. Возьмите любую статью, спросите любых религиозников, вот этот, их список смертных грехов, вы откуда это взяли вообще? Ну, а максимум, что ответит, непослушная овца пошла прочь. Вот. Возьмете любую статейку в интернете, сейчас все в открытом доступе, каких-нибудь архи-мандритов, вы найдете все, что угодно, кроме ссылок, даже написаний, потому что просто нету никаких ссылок. Их не может быть, потому что их нету, вернее. И вы найдете все, что угодно, морально-этические доказательства в сторону того, что не надо это делать, и что ты будешь в аду жариться. Вот. Так что я не знаю, о чем сказать. В принципе, это дело тоже лично, ну тут в частности женщины, мужчины не рожают, да? Не беременеют, не рожают. Если это касается опять только ее, это лично ее право. И опять я скажу, я не проповедую аборт. Конечно, из моих роликов можешь понавырезать, что угодно, вы знаете, я ничего не боюсь. Пусть делают, что хотят. Вот. Аборт я не проповедую. Но и запугивать враньем, что это смертный грех, сейчас мы разберем это понятие, что ты будешь в аду вечно, вечности, вечно, бесконечно жариться за каждого, что это убиенные младенцы там вечно тоже где-то жарящие или страдающие, это все чушь собачья. Начнем с того, что никто из вас, ни мне, ни кому-то объективно не докажет, в какое время вообще все душа у ребенка появляется, самосознание. Чувствует ли он вообще боль в этот момент? Рефлексы, да, ничего вы не докажете, никакой наукой. В науку я тоже должен поверить, в то, что вы мне будете показывать какие-то исследования, опыты. Я лишь в это верю. Доказать объективно вы не сможете. Никто и никогда. И это просто очевидный факт. Спорьте там, не спорьте. Никто не может ни душу найти, ни ее повесить, ни измерить. Это все нереальные глупости. Никто не знает, в какой день вселяется. Сразу Бог творит целиком человека. Либо он вдыхает в него дыхание жизни, когда он
и с женщины появляется, и первый крик свой, первый вздох свой делает воздуха. Никто не знает, никто. Наука ничего не знает, она не знает, молоко полезно или вредно до сих пор. Ровно половина ученых вам скажет, и статьи, и исследования вы найдете в пользу, и ровно не в пользу, что этот кальций, наоборот, это молоко из вас кальций вымывает, чтобы оно вообще разложилось в вашем организме, пользуется, не вам дает кальций, а ваш кальций из костей использует, чтобы разложить сам этот продукт молочный. Так что вот так вот. Это, я считаю, дело лично каждого. Кому это причинит? Вот мне какое дело до абортированных женщин? Я опять в ту же самую вас ставлю позицию. В позицию судей. Ну что? Я говорю, это, во-первых, надо, это надо как-то умудриться доказать. И если вам просто мое мнение, это никакое не откровение, я вам больше скажу. Это просто мои мысли. Я даже не знаю, сказать, не верю ли я не знаю, когда в ребенке появляется душа и что она испытывает. Я себя не помню практически до 6 лет. Я уж поэтому молчу про утробу материнскую. Я до 6 лет помню два момента в своей жизни. Два. Коротких по 5 секунд, наверное, если их во временном. Два момента из всей жизни. Я помню свою жизнь, только как я переехал, где мы остепенились, как отцу дали квартиру. Я пошел в школу в этом районе. Все. До этого я ничего вообще не помню. Просто не помню. Может быть, это было связано с переездами, еще так не важно. Я же не помню этого, даже не помню. Ни чувств, ни боли, вообще ничего, ни бытовухи никакой. Как будто меня не было до 6 лет. А я был человеком, ребенком. Вот. Поэтому, что там в утробе? Жизнь? Какая жизнь? Животное? Человеческое? Божественное, я не знаю. Тело или плоть, как мы с вами в одном из роликов я рассуждал по вопросу. Что там? Дух, душа, тело. В каком сознании, на каком уровне. Какие органы развиты. Развита ли нервная система. Что она понимает, что чувствует. Кто это сможет это все описать, доказать? В Писании ничего вы не найдете. Ничего. Я говорю, найдете даже вот вещи, которые непонятно, как вообще расценивать. Кому вред вот женщина сделает? Может, это вредить будет ее здоровье, она помрет. Сейчас медицина как-то, как считает, развита. Человеку, женщине ставит выбор. Либо ты умрешь и родишь, либо ты останешься жива и будешь жить. Какой выбор? То есть разродиться даже с медицинской помощью не получится без вреда твоей, не просто здоровья, а твоей жизни. Ставит перед условием. Ну, верующая там во что-то, в Бога, в чудеса, может отказаться, может не отказаться. Хорошо, она не верующая ни во что, кроме медицины. Она решает, у нее трое еще детей, муж, родители. И она, возможно, внутри колебается такими же мыслями, хотя она трех родила, что все-таки это пока кусочек плоти, бездуховный, бездушевный, как хотите. Более того, она, какой кусочек плоти, это... Простите, слизь еще. Может, ей это говорят еще на месяц, что она не сможет родить. Это будет опасно для жизни. Там, по каким-то медицинским ее показаниям, в которые она верит. Кто ее будет судить? Так что... Я не сужу вот никого. Ни здесь стараюсь, ни уж тем более там по смерти я никого точно... Участвовать в распределении... Награды, наказания не собираюсь. Ну и поэтому завершу конкретные мысли по поводу смертных грехов. Я вот вообще, надо же было умудриться придумать смертный грех. Смерть чего? Чего смерть-то? Что значит смертный грех? Приведящий к какой смерти? К телесной? Да, и ничего, и живут, и убийцы, и маньяки уж до конца стареют в этой в исправительной колонии, так и не справясь. И умирают. В Господе некоторые на руках у священника, который отпускает им все грехи, и они в рай отправляются. Что значит смертный грех? К смерти тела приводит? Не приводит он. Самоубийца, как это смертный грех? Он уже, ладно, другие, можно еще подумать, что это имеется в виду, смертный грех ты совершил,
Помните, как в Ветхом Завете часто совершил и умер. Вот не выполнил повеление Божие, и все. Господь сказал, выйдешь дрова собирать, все, умрешь. И умер. Ну как может быть самоубийство смертным грехом, если он сам свою плоть? Значит, идет речь не о смерти тела или плоти, как угодно. Если смерть чего? Души она не умирает. Вот мы сами говорим, что она будет в аду жариться или в раю. Еще и опять в воскресшем теле. Так смерть чего? Что значит смертный грех? Для меня абсурдное понятие. Абсолютно абсурдное. Потому что к смерти тела самоубийство не приводит. Оно является им, самим событием этим. Происшествием, как хотите, действием. Вот. А к смерти души она не приводит. В том-то и фишка. Что он же мучается, они же любят. Все, вот кто эти смертные грехи придумал, чтобы кому-то плохо было, тот страдал вечно. Ну, конечно, справедливо страдал. Грешник, пусть жарится, так ему и надо. Вот, поэтому где этот список, если хотите, расширим в следующий раз. Сам я сейчас, честно, не имею желания. На вопрос хочу ответить, конечно, Ларисы. Вот, и на все, которые подобны. Но расширять что-то сегодня у меня, по крайней мере, желание. Они все подобны. Я говорю, кто-то их придумал, ограничил, назвал еще и смертным, непонятно по какой причине, смерти чего. И мы вот должны в это верить, не верить. Я не верю. Я верю в Бога любовь. Верю по внутреннему откровению, потому что переживал ее, потому что Господь мне открывался, вы знаете, из моей жизни, из моих рассказов о моей жизни. И более того, он еще и делом это явил, воплотившись. Само воплощение его уже явило смирение его и любовь к нам. Вся жизнь его любовью была к человеку исполнена. И смерть даже. И вознесение опять оставил нам свободу избирать добро и зло. Вот любовь Божья. А через ее призму и все остальное рассматривается. А на что они могут опереться? На истину? Нет. Опираются на свои, как они любят всех, за свободных клеймить, что мы там что-то на себя, на свое я опираемся. А вы на что? Да вы на такое же свое я, когда-то на каких-то, кого вы назвали святыми, на их я опираетесь, потом пошло, комом обросло, и все это для вас стало истиной. А это такая же ложь. Ком лжи, а не истины. Вот так вот. Ну все, Ларисочка... И все, кто слушал, я надеюсь, не знаю, ответил, не ответил, свои мысли высказал. Грех – это сознательное зло в глазах Божьих, так скажем, причиненное зло в глазах Божьих. Я не знаю, как правильно его все время говорить, может, как у меня какое-то определение более сформируется. Но смысл вы поняли. Я говорю, потому что если вас ближний просит головой в печку залезть, это еще не любовь, что вы ему отказали. Не любовь. И не любовь, что и не является любовью, что вы на это согласились. Не имея той самой головы, которого нас просит в печку залезть. Вот. Так что вот так вот мои мысли. Конечно, у культовиков, религиозников кипит в голове все, сходит с ума. Как же так? Не может быть. Все может быть. Бог любовь, знаете. А все остальное ложь. А это истина, самая-самая настоящая, пренастоящая. Все, пишите свои мысли, размышления в комментариях, буду рад почитать, задавайте вопросы. На какие-то отдельные буду вот так в виде роликов все-таки, в виде мини-проповеди отвечать. А ваши какие-то мысли, размышления буду зачитывать по выходным в отдельном видео о чтении комментариев. Все. Ставьте, мои дорогие, любимые, ваши любвеобильные, божественные лайки. Ибо все мои боги и дети Всевышнего, все мы, да? Вот этому чуду тоже можно поставить лайк, да? Красавчик. Я с вами прощаюсь. До встречи в следующем ролике. Всех люблю, целую, обнимаю.